Ладно. Так. Ну, можно попробовать исправить это сейчас. Я не знаю, поможет или не поможет. Сделать такое событие всегда. Вот так вот. Ну, давайте посмотрим. Я не знаю, поможет, не поможет. 50-50. Ну, смотрим. Все равно почему-то не стреляют иногда. Если вы знаете, как тут исправить баг, то пишите в комментариях или мне в YouTube, в личку. Я исправлю тогда это. Но так я не знаю, не понимаю почему. Ну, давайте сделаем уничтожение врагов. То есть, если у нас дотрагивается пуля до нашего врага, то у нас он уничтожается. Можно добавить этому врагу жизни, и тогда у нас будут отниматься, и тогда, когда будет 0 жизней, то у нас уничтожится. Так, если пуля дотрагивается до врагам, то враг и пуля уничтожается. И можно сделать там, например, нам добавляется 20 монет. Так. Что еще? Можно, ну давайте сделаем и деньги тоже тогда. Раз все равно я обещал, что покажу. Добавляется значение деньги. Деньги. 1. Ну, не, хотя давайте 10. Так, и давайте исправим один баг, который я недавно заметил. В 5-м событии просто меняем местами нашу башню и траву. Я не знаю почему, но иначе Скира не так читает это событие. И здесь давайте в мышке тоже изменим немножко, сделаем получше. Сюда вот пишем вот такое событие. Скобочка, скобочка, x минус 20, в скобочке делить на 40, в скобочке умножить на 40. Так, ну это должно быть в описании под видео, если это официальное видео. Если я, конечно, не забуду добавить. Так, ну, надеюсь, не забуду. И давайте посмотрим, что у нас вышло. Вот, видите, у нас ходит по клеткам хорошо теперь, намного лучше, чем было. И мы можем ставить башни на одну клетку, одну башню. Раньше мы могли ставить в одну клетку по две башни. Так, и давайте сделаем деньги. Давайте добавим новый объект, добавим текст. Ну, давайте сюда вот поместим его. И назовем его... Ну, хотя назвать не будем, просто напишем сюда. Текст, установить текст. И сюда пишем. И пишем мы сюда вот это. Так, вместо очки пишем жизни. На деньги. Деньги. И сюда пишем название нашей переменной. Я, как я не помню, называлась. Вроде деньги. А может, не деньги. Так, убираем тут скобочки. Фу. И смотрим. Деньги 0. Давайте убьем кого-нибудь, посмотрим, добавится ли нам. Ну, добавляется. Все правильно мы сделали. Если у вас все появляется, то вы все правильно сделали. И давайте сделаем такое событие. Если у нас денег, ну, допустим, 50, то только тогда мы можем поставить новую турель. Делаем событие новое. Определяем глобальную переменную. Если равно, нет, не равно, больше или равно, ну, давайте 20 для начала. Поставим 20, и переносим это событие во второе, по-моему, событие, не помню. И вставляем его туда.
Нет, в третье событие. Нет, не в третьем. Да, в третье событие. Так, это мне не надо. Так, что-то... Точно, я одно событие случайно притащил. Поставим его назад. Так, и давайте посмотрим. А, денег у нас нету, значит, мы не можем поставить башню. Давайте поставим себе изначально 60 денег. То есть мы сможем поставить сразу 3 штуки. Ну, давайте сюда поставим и сюда. Давайте ставим, ставим, ставим. А, деньги у нас не отнимаются. Давайте сделаем так, если мы нажимаем, то у нас деньги отнимаются. У нас отнимается 20 монет. Или сколько вы туда поставили. Так, делаем и смотрим. Ставим, ставим, ставим. Видите, у нас деньги закончились. Мы не можем установить больше ничего. И даже если 10 монет, то мы не можем все равно установить. Так. Ну, думаю, на этом я урок закончу. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.